Водка смещается, наверное. Мне кажется, еще через пару дней мы хватит. Да, вот вообще не видно будет никуда. Не смещайся, наверное, нормально, вкусненько. Слухай, ты це НЛО. Не гадай себе. Гляк, видно. Видно, как в этом, слушай. В материалах НЛО тоже так представлю. Глянь, так четыре этих самых, ручки якісь, да? А глянь, они зеленые человечки выплывают. Серьезно, там что-то шевелится, глянь. Да, такая же я на YouTube кину, глянь. У меня диски есть про НЛО. Блин, как бы руки не трусилися, да? Тоже, например. На штативе, нифига. Сейчас пропадаем. А куда она делась? Да что ты это, трубу захватил. Бля, труба. Она будет, она же от солнца отворачивается, если лучше не достает. И будет тут. Як бы я, чтобы руки не трусились. А, это у меня красно. Что за фигня? У тебя нормально приближает. Та ну глянь, як на весь экран. Такая точка, как в шаровой молнии. Да, як бы то, руки не трусилися. Нормально, да? Угу, классно. Ну, раздавиться нельзя, что там так. Там он же будет в этот, в телескоп. И заснять. А то, что он не скажет. А он с ним фоткает или нет, телескоп? Или просто смотрит? Коряк. Так что, на YouTube кидаем. Белокураки на НЛО. Да, только вырежем маты эти, чтобы... Какое число сегодня? Сегодня 9. 9, да. О, исчезло.